На фотографии. Здравствуйте. А я вас... Как вас зовут? Николай. Николай, а я смотрю, что у вас фотография, это не военного времени. Вы успели... Кто это, дедушка, прадедушка? Это не мой. Это не ваш. А из вашей семьи кто-то воевал? Не знаю. Ребята, вот скажите, пожалуйста, а кто здесь со своими предками? Я поясню. Мы подошли к ребятам. Я немножко сейчас перепутал, потому что сдвинулась толпа. Это здесь дмитровские поисковики, спасатели. Их задача не только находить, но и выносить на бессмертный полк фотографии людей из архивов, чьи семьи и чьи родственники, естественно, не могут сделать этого сами.